Правительство Российской Федерации еще раз проинформировало, что в связи с ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции, оплату за коммунальные услуги лучше производить через различные удаленные сервисы банков, интернет и мобильные приложения. Как это сделать, расскажем в следующем сюжете. Во время режима самоизоляции жители Волгоградской области озаботились вопросами оплаты за услуги ЖКХ и других своих обязательств. Как известно, сегодня практически все услуги можно совершить онлайн, самые актуальные из которых – коммунальные. В Волгоградском отделении Сбербанка пояснили, что можно воспользоваться несколькими вариантами оплаты. Оплатить услуги ЖКХ, кредиты, штрафы, пошлины, а также внести платеж за телевидение или интернет – все можно сделать с помощью нашего приложения «Сбербанк онлайн». Если говорить про оплату ЖКХ, то на квитанции есть QR-код. Нужно выбрать опцию в приложении «Оплата по QR» или штрих-коду и отсканировать его при помощи камеры. Также можно подключить услугу «Автоплатеж», чтобы все обязательные платежи банк совершал автоматически, но под вашим контролем. Если по каким-то причинам вы не можете воспользоваться онлайн-сервисом, оплатить услуги можно через терминалы в круглосуточных зонах самообслуживания банка, а также непосредственно в офисе. При этом мы все-таки рекомендуем нашим клиентам свести к минимуму посещение общественных мест, включая офисы банка, и по возможности пользоваться удаленными сервисами.